наступление в так называемой серой зоне вооруженных сил Украины после вывода российских военных наблюдателей из Донбасса переросло в агрессивную фазу. Разведдиверсионные группы регулярно прощупывают линию обороны Донецка. Не пускать украинских военных в серую зону армии ДНР помогают и бывшие бойцы ВСУ. Пятнашка на то и интернациональная бригада. В нее даже коренных киевлян принимают. 15-й, наблюдаю группу в зеленке. Если ты видишь цель, то открывай огонь. Это сейчас он снайпер с позывным «Круглый». А в 2014-м служил в украинских ПВО. Связь поддерживаю с ребятами. Вот. Рассказывают для тех, за кого знают. Рассказывают, что тут на промке стоят. Той стороны. Случаи, когда бойцам приходится стрелять по бывшим сослуживцам, для Донбасса не редкость. В боях принимал участие в Дебальцево и на Маринке. В данный момент занимаемся ремонтом техники. Валеру арестовали в Иловайске в 2014-м как участника АТО. Он призывался на срочную службу во внутренние войска, но после Майдана их переименовали в Нацгвардию. Я служил во внутренних войсках в конвое. Приходилось приезжать сюда, в город Артемовск, Славянск, на конвоированные этапы. У Валеры были все шансы оказаться в списках на обмен, но он пошел воевать за ДНР.